А сейчас произойдет то событие, ради которого многие приехали сегодня на фестиваль. Последний концерт в России тагильского автора, классика нашей с вами современности Сергея Фещенко. Итак, Сергей Фещенко под аккомпанемент Анатолия Куленко сегодня поет для вас. Я не знаю, сколько раз я уже сегодня людям ответил на вопрос, когда ты уезжаешь. Такое ощущение, как будто все ждут, когда же я уеду. Все ждут? Все ждут. Спасибо за откровенность. У меня гитара что-то не только. Нету гитары? Не слышим! Есть, есть! А в мониторах нет ее. Без звука. Появилось. Ну, давайте начнем. Где моя душа? На серебряной волне, где-то вы.
Песня о том, что нас всех объединяет часто. И хотелось бы как можно чаще объединять. Это называется музыка. Песня про музыку. Как тебя найти, разве у нее спрос?
живешь в городе моем, дед. И как после этого петь? В городе моем теплые дожди летом. Знаю, ты живешь в городе моем где-то. Но кружится лист, к нам уже пришла осень. Как тебя найти, разве в нее спросишь? Со спины. Мы тебя теперь будем только слышать. Очень жалко, что будем редко видеть. И сейчас прозвучит новая песня с такой более-менее большой сценой. Она ни разу не пелась. Называется она «Здравствуй». Так что... Thank you.
вечность я строил дом, дверью на север, окошком к солнышку. Что же тебе не живется в нем? Дверью на север, окошком к солнышку. Что же тебе не живется в нем? Может, ручьи серебром звенящие, или на ветках в лесу грачи душу твою сбередили спящую, и не вернешь тебя, хоть кричи. Душу твою сбередили спящую, и не вернешь тебя, хоть кричи. Что ты с мечтою моею сделала? Мучаюсь, верю, люблю и злюсь. В окна метель постучалась белая, в доме моем поселилась грусть. В окна метель постучалась белая, в доме моем поселилась грусть. Камушек камушку, бревнышко бревнышку, целую вечность я строил дом, дверью на север, окошком к солнышку. Что же тебе не живется в нем? Дверью на север, окошком к солнышку. Что же тебе не живется в нем? Песня называется «Там я ни разу не был». Зеленое листво. Ты
Спасибо большое. Теперь уже всемирно известный автор-исполнитель Сергей Фищенко, Анатолий Акуленко. Спасибо. Но вы не переживайте, друзья, до сегодняшней ночи он точно не уедет. Ночью мы его еще раз услышим.